Это первая, которую я узнала в своей жизни. Причем пришлось мне узнать. Не давать против себя показания? Ну вообще, что можешь не давать, это адвоката. А 32-ю мы тоже не брал, по-моему. То есть не записывался. Хочу 10-ю. Всю конституцию уже разобрали. Безобразие. Есть 10-я? А 37-я. Про труд. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общих принципов равноправия и народа, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру, добро и справедливость, возрождая суверенное государство России и утверждая независимость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешними и будущими поколениями, создавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Статья 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, честные и пикетирования. Я хотел бы несколько слов сказать по поводу этой статьи. На мой взгляд, главная проблема, главный изъян нашей Конституции состоит в том, что в ней очень подробно, очень детально изложены права, но абсолютно не изложены, практически не изложены способы и механизмы реализации и защиты данных прав.